Аллея звезд Караганды пополнилась именным знаком Мейерхана Адамбекова. Заслуженный деятель Казахстана внес значительный вклад в развитие культуры и искусства страны. Накануне состоялась торжественная церемония открытия памятной звезды. Подробности у Антона Александрова. Аллея звезд располагается на входе в Центральный парк культуры и отдыха. Имя Мейерхана Адамбекова известно не только в нашей стране, но и в Германии, Иране, Ираке, Америке, Чехии и Франции. Он был одним из лучших исполнителей традиционной певческой школы Аркаен Черлеры. Мейерхан Адамбеков обладал уникальной техникой пения и голосом. Его песни слушали и помнят многие. Именно к нему обращались за советом. Он воспитал большое количество последователей этого направления искусства. Сегодня я всех поздравляю с этим историческим моментом. Его имя увековечено на нашей аллее звезд. Торжественное мероприятие собрало деятелей культуры, чиновников, общественников и, конечно же, родных и близких Мейерхана Адамбекова. Каждый выступающий делился своими воспоминаниями и подчеркивал важность трудовых подвигов коллеги и талантливого педагога. Мейерхан Адамбеков – ученик знаменитых людей. Он для нас-то был учителем, а его учителя еще известнее. Когда я впервые приехал в Алмату, я уже тогда понял, он будет моим наставником. Я помню, что он всегда ходил по учебным заведениям и давал хорошие советы, подсказывал направление для развития. Он сделал много добрых поступков, был очень талантливым человеком. Памятный знак с именем заслуженного деятеля Казахстана установили на Аллее звезд. Обладатель уникального голоса Мейерхан Адамбеков имел богатый и разнообразный репертуар. Это более 200 песен казахских композиторов, которые у всех на слуху. Имя Мейерхана Адамбекова навсегда останется на этой аллее звезд. Он внес большой вклад в развитие искусства нашей страны. Я знаю, что планируется издание большой книги про его трудовой путь. Это будет еще одно знаковое событие, чтобы его вклад стал известен представителям молодого поколения. На мероприятие пришли ученики Мейерхана Адамбекова. Он воспитал несколько поколений музыкантов, которые сегодня достойно продолжают его дело. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. 5-й канал.